Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane и версия Альфа 15 у нас. Так, сейчас я на своей базе быстренько раскидаю кое-какое барахлишко у себя здесь, чтобы освободить себе пространство. Так, боеприпасы сюда. Металл, ага, это вот сюда. Может быть, еще сейчас успею перекусить, конечно, там, если мне подготовится уже еда. А еще эти бобы кофейные. А, и грязная вода. Так, а тут вроде все какая-то ерундистика одна собралась у меня. Zoo Football Helmet. Так, да. Да, я думаю, сделаем так. Попробуем... Есть у меня тут эти фонарики-то? О, у меня полно фонариков, друзья. Это говорит о чем? Это говорит о том, что я могу сделать минимум 4 шапочки вот таких. В смысле, каски. Так, repair, drop, подождите, а крафт? Крафт? Скрэп. А, это, наверное, там надо делать, на этой. Так, ну ладно, быстро я сейчас... гоняю, наверное. Да я, наверное, пешком быстрее добегу. Да, чтобы забрать шлемы оттуда. Попробую сделать шлемы, и если что, сейчас сяду на драндулец его и поедем. Сначала продадим шлемы, возможно, я не знаю, к новому торговцу, к старому. Но это не имеет значения. И пойдем посмотрим, что там на том заводе. А, да, главное не забыть Spike Club сделать. Если у меня не будет Spike Club, то я долго там, наверное, не протяну. Что ж, все самое хорошее. Ну, кроме того, шматья. Кстати, очки эти можно забрать, да. Все зеленое, кстати, думаю, продастся неплохо. Вот, Spike Club для меня сейчас самое актуальное. Обязательно возвращаюсь к себе на базу. Там сейчас кое-что подкрафтим. Вот эти шлемы из... Я, правда, не знаю. Ни разу еще не делал. Скорее всего, это надо будет на верстаке использовать. Кстати, проверю еще одну вещь. Нет ли у меня в мотоцикле какого-нибудь барахла? Не, барахла нет. Топлива вроде есть. В крайнем случае, машины везде валяются. Давайте посмотрим, что мне можно сделать. Так, хат. Минер. Ну, подождите, он же минер. Майн. А, мининг. Хелмет. А, ну, тут такие вложения надо, что, честно говоря, конечно. Скрэп пластик, дактейп. Так, ну ладно, для начала... Ну, в принципе, можно, конечно, попробовать сделать с этим что-то, но я хочу сказать, что вложение, на самое главное, дактейп там прилично надо. Ну, сейчас попробуем. Ладно. Дактейп я наделал. Ну, теперь придется опять кости собирать просто. Так, вода есть, снег есть, да, все вроде... Можно развлекаться теоретически с этим. Так, 4 шлема у меня. Значит, здесь у меня вот эта барахлишка. Дактейп, пластик, по-моему, да, электроник. Там что-то такого план там. Сколько у меня? 5 стальных стрел. Ну, это толку их таскать. О, так, пластик, дактейпы. Вот это может быть electric parts. Да. Все. Делаю по вашему совету. Вот посоветовали мне прям вот делать эти мининг элмет и 3. И что мне не хватило? А, ну да, дактейпов мне не хватило, да? Они же по 5, да, берут? По 5. А у меня сколько? У меня же 20. Подождите. А, не-не-не. А, у меня 3. А. Смотрите-ка, этот Zoo Football Helmet. О, вот, друзья, бага нашлась. Этот шлем почему-то не
воспринимается как какой-то крафтовый предмет. Ну что ж, давайте тогда действительно сделаем. Где наш там этот Минин Хелмет? Так, ну не так долго он делается, конечно. Наверное, подожду здесь, потому что если правда, то что когда вне верстака создаешь и не идет в крафт, то это ужасно, конечно. Да, это вообще какая-то странная. Ладно, я уже про это говорил в каких-то сериях, что надо бы просто верстак сделать. Это на верстаке как бы делаешь, но у себя. То есть ты сам как бы крафтишь. Просто верстак бы ускорял бы процесс какие-то. Я бы так, наверное, поступил, потому что... Ну, это вообще как-то странно. То есть, если ты поставил крафтить и ушел, то на тебе ничего не идет, там, опыт. Ну, это странно, да. В всяком случае, так раньше точно было. Я не знаю, изменили они что-то в этом плане или нет, но... Хотя вот, пожалуйста, ее скилл Science повысился. С другой стороны, тоже непонятно. Что ж, ладно. Жалко, бейкеров нельзя сделать. Да? Ну да, тут бейкер нет. Нет, baked potato. Печеная картошка. Ладно, вот это все собрали, поехали. Скину только это барахло обратно. Хотя, кстати, да, давайте-ка посмотрим, сколько у нас боеприпасов. Возможно, мы что-то сможем. 16 патронов для дробовика. Так, поесть, кстати. Поесть. Вам удобрение не скушать. Думаю, конечно, его, наверное, и нельзя тут поесть, но... В любом случае... Так, drink. Ух ты. Опять пить он хочет все время. Так, тогда вот это я скидываю. Здесь это не надо. Так, это, кстати, боеприпас. Так, вот этот шлем тогда я, наверное, тоже сложу. Фонарь оставлю один. Вот эти шлемы продадим. И вот этот попробуем продать. Так, и глаз пен этот, я его утиль, естественно, на этом месте. Хотя стекло, не стекло, оно мне особо не нужно уже. Что ж, давайте тогда... А, ну, конечно, как всегда, чуть не забыл. Чуть не забыл. Так, по-моему, это мне надо, да? Спайкт. Клап. А, айрон. Ну ладно, хоть айрон. И то хорошо. Спайкт. Еще раз. Спайкт клап. 2.25. Да вы издеваетесь, друзья. Ну вот... как? Как так? Ладно, я пока заскреблю это. Ладно. Это, конечно, печально, честно говоря. Он очень долго на нем... А, ну может быть мне нужно, кстати, прокачивать навыки крафт, конечно. Кукер крафтинг. Может быть это так. Reduce how long it takes to crafting by 10% каждый ранг. Ну и что тут? А что так мало? Miss Crafting Science. Кстати, это, по-моему, Science нужен для нас этой... Где же это находится? Tools meeting. Ну невыносимо, конечно, ждать это. Что бы поделать тут? Ну так, кстати, спайки не стал делать. Вот наверняка меня ругать будут опять в комментариях за то, что я не делаю оборону. Ну, вот такой легкомысленный. Конечно, вот будет спайк. А, честно говоря... Так, Lock Spike Traps can damage Crapple
Even kill enemies and last longer than spike traps. А, ну да, они upgradable. А вот это вот, а у этого даже описания нету. С одной стороны, вроде да, металлический спайк сразу ставишь. Давай, 25%. То есть, вернее, секунд осталось. Что у нас здесь? Здесь радиатор. Так, ну что, готов? 15, 14. Да, это, конечно, просто берет за душу. Такое вот ношение по крафту. Кстати, за это время вы могли бы себе лук новый сделать. Давайте-ка действительно я себе лук сделаю новый, Wooden Bow. Хм. Этот 291, а этот 289. О, такая разница большая. Так, стрелочку зарядил. Все. Все, все, не хочу больше здесь сидеть. Это просто мучение какое-то. А, и еще, кстати, хотелось бы узнать. Судя по звуку, мне нужен металл, правильно, для ремонта этого драндулета. Я сейчас попробую просто вот эксперимент. Если это будет на этом все ремонтируется. Нет. Зачем же ремонтировать его? А, наверное, где-то это написано. Ну и где-то я, наверное... пропустил. Так, а что у нас есть? Так, подрол майнинг. Так, ну здесь да, подсказки всякие. Так. Про мини-байк ничего тут не написано, похоже. Ладно. 8 часов уже. Что ж, не, этим тоже, наверное, не ремонтируется, только, наверное, уродуется. Так, поеду отсюда. Ну что, ты будешь браться за руль? О, неужели? Неужели ты взялся за руль, друг? А то раньше вообще стоя прям ездил. И что? То есть он даже когда перелетает, он не получает урону. Ладно, поехали отсюда. Ну, какому этому? Джоэлу или как он там? Или Ректу? А, Рект это, по-моему, первый был. Что вообще за имя такое Рект? Ректальный, что ли? Не пойму. Может, троллинг? Такой тонкий. Так, топливо вроде есть. Так, он опять переехал кому-то ноги, наверное. Не мешало бы, конечно, поставить маркер туда. А, ух ты, уже тут поперли. Ладно, надо отъехать все-таки тогда будет. Ага. Во, кстати, ферма. Но ферму я еще не лутал, вот эту вот. Хотя, в принципе, интересно было бы. А еще мне интересно... Знаете, что попробовать? Ну вот, кстати, не вовремя немножко. Так, ну ладно, давайте испытаем на ней дубинку. Да она, что я как-то... Да вроде нормально. С другой стороны, да, кстати, мне надо же теперь эти собирать. Не-не-не, я хотел здесь просто положить в инвентарь мясо, чтобы не пахло особо. А, ну что, подойдет мне для этого? Нет, он не мясо. Оно не дает такого эффекта.
Что ж, посмотрим, что здесь. И это гнездо у меня. Не доехал я до завода, честно говоря. Стрелы, конечно, ценная вещь. О, у меня же это есть. Кирка. Заодно сейчас мы ее применим. Кстати, а почему бы нам и оленя-то не застрелить тогда? Так, отлично. Я просто... О, да тут и селитра еще, обалдеть. Сейчас я это соберу. К себе мусор. В мусор. Я так назвал свой багажник. В мусор, пожалуй, да. Так, все это гниль. Второстепенные вещи. Я их туда отправлю пока. Смотрите, небольшой запас селитры. Селитра нынче, я так понимаю, в цене, потому что еще надо раздобыть всякие места, узнать, где ее можно выкопать. Ведь теперь добыча-то полезных ископаемых-то не такое простое дело, как раньше было. В любом месте копаешь и находишь. Теперь еще их найти надо. Да, вот там аж четверо бродит этих зомбарей. Ну ничего, сейчас мы подчистим вот тут вот камешки, пока он к нам не идет. Дубина хорошая, но что-то как-то она мне не помогает особо. Хейбейл. Ну, тоже приберем себе. Кстати, а вот я бы сделал, чтобы под ними где-нибудь тайнички были. Вообще бы класс такой убрал. В рандомный тайничок. Так. Хотя не так он, видите. И мусор прячет. Вот, картофель у меня появился. Это значит что? Это значит, что я... Что это такое? А, мусор просто. Это значит, что я теперь смогу сделать пирожок себе дома. Вкусный такой пирожок. А, здесь хитрость была. Что здесь можно забраться. Так, а что это у нас? Ничего себе, это у меня запас топлива тут. Ну, это живем, живем. Рюкзаки, я смотрю, ну, какие-то не очень-то боеприпасики. Так, кукинпот. И книги. Книги, отлично. Давай. Что это у нас? АК опять, да? Ну что ж, пойдет и это. Ага, взяли приличный набор. Оп, 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 бум. Хорошо. Ну, кое-что прибрал себе к рукам, конечно. Вряд ли мне здесь понадобится вот это. Так, наверное, картофель вряд ли я еще один найду. Семена точно, хейбейл точно, наверное, это, наверное, тоже. Ну, в общем, все пока. О, ничего себе у меня тут камней-то оказывается. Селитра. А, вот это вообще надо выкинуть. Нет, толку никакого. Поехали дальше. Хотя, ой, забыл этот дом посмотреть, ладно. А, знаете что, я бы вернулся бы только ради одного. Я бы пробежался, чтобы посмотреть, нет ли там книг. Так, хотя здесь, да, стали появляться вот эти вот зомбари. Деревенские бомжи такие вот. Так. Возможно, у них есть интересный лут при себе. Давайте-ка будем все-таки... использовать возможность стрельбы. Так, что мне неудобно как-то.
Так, обойдите-ка вокруг моего. Знаете, я стал замечать, что иногда стрелы пролетают сквозь головы. Сзади никого нет, да вроде никого. Все-таки я, тем не менее, попадаю в них хотя бы. Оп, друг. Тебе тоже? А, это живой, кстати. Я думал, он уже откинулся. Не, хорошо, что, конечно, введут эту систему возврат стрел. То есть будем мы, видно, в итоге брать из тел их обратно, поднимать часть стрел, которые мы отстрелили. Вот. Ну и... Опа! На. Слушайте, ну тут уже, конечно, надо какой-то огнестрел. Автоматический там, я не знаю, автомат. О, они что-то больно совсем крепкие какие-то. Тем более на инсейне тут они. О, такого можно и не заметить, как он там поднялся-то. Так, а что такое-то? У меня выносливость заканчивается. Обалдеть. Слушайте, да вы вообще не умираете, что ли, я так понял? Так, еле увернулся. Ну, уже тетка подошла. Сейчас тут вообще толпа соберется. Ух ты. У меня левел ап. Все, я выдохся. Ну что, дед, скрючило тебя? Чё с ногами-то? О, тут еще это. Ким Кардашьян нарисовалась. А. Так, еще один дед сконфузился. О, еще один. Не хватает, конечно, здесь отображения ранений у них. Дубина, конечно, шикарная, в принципе, но уровень-то ее еще маловат. Не. Опять, кстати, забыл этих взять. Юка. Юка хороша. Слушайте, ну смотрите, это вообще тоже крепыш такой. А у меня выносливости нету практически. Все деды тут валяются, конечно, монстры. Так, тяпочка. Ух ты, лопата стальная. Обалдеть. Ладно, что я, действительно, надо пострелять, что ли? И так, и сяк их используем. О, чё себе, смотрите, у меня прям левелапы идут один за другим. Уже на этой точке два левелапа было. Где-то рядом. Смотрите, что с ней произошло. У нее анимация сработала. Момент смерти. Она еще глазами хлопает. Зачем они вообще-то сделали? О! Че себе, набор ремонтный. Так, а мне надо, кстати, все это смотреть. Так, тяпку возьмем. Не знаю, клей. Ой, этот. Это мне друг не нужен, наверное. Вот это возьмем. Тут ничего нет.
Так, вроде все. Пустой голодный зомби. Интересно. Так, набрал вроде костей. Да, тут вроде все. Осталось только мне одно, проверить этот домик. Не, ну опять ты не то делаешь. Мне нужно... Вот что. Лопата не нужна. Ну, я думаю, что без этого я обойдусь. Так, ягоды возьму. Ладно, без этого я тоже обойдусь, наверное. Хотя, знаете что, вот. Возьму лед. Это сделаю скрэп. Так, отсюда. А, ну в принципе я могу же в этот сбросить в ящик все. В свой. Так, ладно, меня сейчас интересуют рецепты в этом доме. Не уверен, они есть что-то или нет. В принципе, здесь всякий мусор-то наверняка есть. Типа вот этих шапок. Которые, в принципе, можно, конечно, улучшать. Но стоит ли с этим связываться, непонятно мне. Мне кажется, не очень. Не буду я все это собирать сейчас. О, в принципе, вот это может пригодиться для чего-нибудь. Давай, Construction Tools, прокачивайся. Что тут нет, сортире? Ну, вода, наверное. Нет, даже воды не дали, да? О, да это уже получше будет. Да, 169. Стамина у меня... С выносливостью, в смысле, с жизнью. И это хорошо. А меня интересует исключительно сейчас рецептура. Что они тут читали? Вот, реально. Есть ли у них тут какие-то знания тайные? Сейчас мы это выясним. Ой, шматье одно. Так. Ну, это возьмем. У меня уже есть такое. Так, из этого можно еще один сделать шлем. Прям провоцирует меня съездить домой, друзья. Вот эта вот находочка шлема. Так, а вот тут вот что? Наверняка есть какой-нибудь сейф. Ничего. Ничего. Ну, собственно, здесь мне зерновой алкоголь. Чест. Ладно. Плевать на него, на все это. О, время посмотреть карту. Вот это, кстати, хорошая вещь, идея, в смысле, и... А. Завод, кстати, прилично от меня находится. Ну, я думаю, сделаем вот что. В любом случае, давайте заедем тогда, может, к ближайшему торговцу. Попробуем продать кое-какие вещички. Ну, или сейчас скинем вот здесь. Я смотрю, они тут уже обновились все, друзья наши. Так. Кое-что я тут выбрасываю. Ты хотел продать. Давайте это тоже скинем. Так, это все скидываем. Так, тут-то ничего нет. Еще надо немножко отъехать, а то там начинает беспокоить уже. Так, ладно, я заеду к этому другу моему, который здесь недалеко. Там посмотрим. Да, к сожалению, вынуждают меня это делать.
Хорошо, что у меня здесь никого вроде нет. Странно, кстати. Почему здесь не ресуются они? Это подозрительно даже. Вот, пожалуйста, пример. Кто открыл двери? Ну что ж, посмотрим, какую цену предложит торговец мне за... Ну, о, 386, неплохо. Так, 392... 397. Ну, смотрите, 1500-то я нарубил, однако-то. Что у него в секретном стоке? В секретном стоке у него есть кое-какие интересные вещи. Enforcer. Magnum. Ну, 1400 это стоит. Да? Полно... Кстати, интересно, вот PNV на качестве картинки ведь, наверное, не сказывается, да? 10 тысяч стоит. Да сдурел, дядька. По-моему, сдурел просто-напросто. Так. Жир продам. Кость его купишь? Нет, кость не его, мясо не купишь, надо же. А удобрение как же? Ладно, гвозди, ножи, фурнитура, флешлайт. Так, какой-то странный набор у тебя, дядя. Вот дактейп, конечно, это, но не по 143, да, каждая. Ну да. Знаете что, дядя? По-моему, вы цены как-то не умеете подбирать. Ладно. Продать... А, вот что я ему хотел еще продать тогда. А, ну это вообще копейки, судя по всему, да. Оказывается, это... А, хотя вот Duster-то, кстати, не так уж... Не так уж мало и стоил, как оказалось. Ладно, все, здесь тогда я сейчас вот что сделаю. Я, наверное, у себя заберу топливо. Еще. А, во-первых, я сделать вот это хотел. Так, ну мясо я не буду забирать. Так, это... А, все, вот это сюда положим. Это... Слушайте, да я сейчас вот что сделаю. Да плевать, я вот в этот сейчас склад у себя положу, который... Там вот на перекрестке. И подумаешь, собственно говоря. Слушайте, опасно он ездит, мне страшно каждый раз, когда он так прыгает. 6 градусов тепла у меня. Обалдеть. А вот я Duster этот продал. Несчастный. И холодновато вообще-то. Но это доспехи мне. Доспехи понижают температурку. Ладно. Слушайте, а может они не такие сильные, как кажутся? О, они куда-то свалили. Не, ну они должны же меня учуять. Я мясо скину сразу. О, учуял один. Я вот заметил такую вещь, что когда привыкаешь, например, к луку, постоянно с ним играешь, то уже потом так не очень комфортно с арбалетом становится. Ну, вроде арбалет мощнее, да? Вот, и... Смотрите, как, видите, а вот там я стрелял из лука, явно эти были слабее монстры. Явно эти монстры были слабее. То есть, вернее, сильнее наоборот, конечно же. Так, все вот это сейчас мы... О, слушайте, я даже испугался на секундочку. Слушайте, а почему так? Такая разница в уроне. Ну явно ведь они слабее. О, ничего себе, обошли. Да вы издеваетесь. Откуда вы взялись-то? Вот это, наверное, качок явно идет ко мне, выживший.
Я, кстати, думал, что вот это Ума Зомбис будет как-то варьировать их одежду, например. Что они... Что я 10 раз промазал уже. Как-то будут... Ну, как в DayZ сейчас сделали. То есть зомби одевают шмотки игровые. Да... Слушайте, ну хватит. Ладно уж, хватит. Сдаюсь. Откуда вы все прете? Ой, у меня что-то зум включился. Как он так? Так, что там какие-то? Я что-то, наверное, далековато ушел. Как я ему в голову стрельнул, а у него снесло... Это, ногу. Так, тетку надо эту... добить. Не ходил тут. Ну что ж, видите, достаточно неплохо так стреляю уже. Ну, этот лук явно он просто как то ли медленнее кажется, хотя может наоборот быстрее должен быть по идее. Арбалет вообще достаточно медленная штука, она ведь требует перезарядки такой мощной. Ого. Ничего себе. Слушайте, что-то у меня очень много этих очков посыпалось. А, все правильно. Как мне и писали на форуме. Ой, на форуме, на этом ВКонтакте. В комментариях. Что очень большой опыт идет теперь от зомбарей, от убийства зомбарей. И, ну, действительно, вот сейчас я смотрю, конечно, и кажется, что правда большой опыт. Так как, ну, видели, у меня было сейчас несколько стычек здесь и до этого локация, ферма, и я, ну, 3 левелапа заработал. Это просто прилично очень, очень прилично. Так, вот это я возьму, а это я брать не буду, эти шейдс, очки. О, ну, вот здесь этих еще осталось проверить только. И, наверное, соберу у них все вот это барахло. То, что внутри у них оказалось. А, во, стал, да, я помню тебя, друг. Извини, ну, это все, что я тебе могу сказать. Так, шорты. Шорты у него были голубые или синие. Сначала, я помню, в школе учили, что слово blue по-английски это голубой. Потом казалось, что вроде это синий на самом деле. Еще не поймешь. Так, а я сюда скину вот это все дело. И с пустым багажничком поедем мы все-таки к заводу, потому что... Видите, игра такая, как сказать, насыщенная, что до завода еще доехать надо. Потому что пока вы едете, собственно, куча каких-то событий происходит. И пешком-то здесь особо далеко-то не уйдешь. Поэтому пешком в основном просто ходишь лутать. А... мотоциклике уже ходишь куда-то подальше. Так, я просто здесь топливо захвачу себе. Кто-то идет. А, ну правильно, кто-то идет. Еще кто-то идет. Ладно, я, наверное, не буду дожидаться одних этих таблеток у меня. До свидания. Да, но надо меньше врезаться, потому что я чувствую, что так, если пойдет, то я разнесу свой просто этот мокик. Мотоцикл это. Или, ну, мини-байк. Мини-байк. Так, мне надо до города. Там поворот идет направо. Ой, как этой игре не хватает ресурсов. Это просто кошмар. У меня вот 8 гигабайт всего.
оперативной памяти. И я вам хочу сказать, что... Ну, она под завязку вот у меня отжирает эту память. Ни одна игра не отжирает под завязку память. И ей явно еще... Хорошо, наверное, на 16 будет идти. То есть... Конечно, уже 8 это... Уже прошлый век, честно говоря. 8 гигабайт оперативочки. Так что... Думайте сразу о 16. Я ж понимаю, не все могут себе позволить, но иначе становится просто невыносимо уже. Так, а куда? Куда дальше? А, все понял. Так, пока здесь нету собак. Так, в одном из предыдущих сезонов я вот на такой парковке, как вот там вот, вот парковочка там, пытался строить базу наверху, ну вроде думал, бетонная конструкция, все нормально. В итоге я строил, и все это закончилось развалом моей базы. Провалился пол, не выдержал, и в итоге я погиб через некоторое время. Там уже было чуть больше сотни серий, и я... Плюнул, уже сказал, все, я наигрался в том сезоне. Так, что ж, давайте посмотрим, есть ли тут собаки у нас. А, да, вижу, собаки есть. Сейчас мы их, сначала мы их отсюда вытащим. Давайте, собаки. А, не, ну они же сами за мной теперь не пойдут. Они же теперь какие-то там супер умные собаки. А, не, вот еще одна. Не совсем умная. Давай, беги. Я не буду тебя таранить, давай за мной. Би-би-би-би-би-би-би. Так, ладно. Раз она не пошла, в общем, за мной, давайте тогда, наверное, на этом. А, еще собака какая-то. Что это было-то вообще, кстати? Давайте на этом интересном моменте закончим эту серию. Встретимся в следующей. Я вон там вижу еще одна собака бегает. Какой-то взрыв был. А, мина была. Похоже, здесь кто-то на мине подорвался, друзья. Да, кстати, надо об этом помнить. А то ведь есть вот эти биомы, да, с минами. Что ж, спасибо вам за внимание. Заходите еще. Это был 7 Days to Die. На сложности Insane. И Альфа 15 на карте Невесген. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Комментируйте, лайкайте. Спасибо, до новых встреч, пока.